В этом видео мне предстоит сразиться с человеком, благодаря которому я вдохновился сделать свой канал именно по сталкеру. Сейчас, конечно же, о нем мало кто знает, ибо в свое время он удалил канал и ушел с ютуба, но сейчас Дейзи-лидеру нужна помощь как никогда. Поэтому и я, и он были бы благодарны, если бы вы перешли к нему на канал и посмотрели после моей его версию, ну и подписались, если вам интересно. Дуэль, кстати, получилась интересной, посмотрим, сможет ли ученик превзойти учителя, или моя серия побед над другими ютуберами будет прервана. В общем, это, давайте там по старинке лайки, комментарии, подписки и так далее, а я пошел воевать. Приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Тут телепорт какой-то, а ты где вообще? Я на входе, вот, прям на входе. Окей. Я в аномалию попал. Я сейчас разорвю. Я слышу. Опять? О, я тебя вижу. На волнину. Я скинул. Куда? Вот где оно? Оно пропадает. Оно реально пропадает. У меня ножа нет теперь. Давай мочиться так. Боже, ты дергаешься, как дикий. Пошли в аномалию, кто первый умрет, тот и проиграл. Раз, два, три. Да так не... Есть! В смысле? Да в смысле? Капец тебе, ты это таращик, слышишь? Да в натуре, я стреляю, короче, у меня камера куда-то в жопу поворачивается, я не понимаю. О, смотри. Жму левую кнопку мыши. Еще раз. Вот, я не знаю, почему, когда я стреляю. Меня колбасит. И как играть? Успокойся. Игра знает, с кем ты связался. Она говорит, не надо, как бы не стоит. Тут все понятно заранее. Вон оно, я вижу, пукает, бежит. Ну тебя плющит. Вот если... Ну-ка, попробуй в меня стрельнуть, я к тебе впритык подойду. Давай. Ну-ка. Ой! Чего? Слышь, а че у тебя? Я тебя попал? Че ты кровоточишь? Да. Это знаешь, как называется? Это называется, блядь, против лидера не попрешь. Ой, ты по мне пукаешь, а я как будто в это. Я пытаюсь. Можно пиндоситься. Все? Да. И че, и где ты? Откуда? Ты где? Сыру по богам, блядь. Да... Я не пойму. Ну, я примерно понимаю, откуда, но не понимаю. Я еще и кровоточу, потому что упал. А, то есть ты упал, значит, ты где-то внизу. Хорошо. Может быть. Вот она! Нет! Yeah. Все! У меня мало хп осталось. Вон она, хули ты там где? Сюда иди. Я F5 уже жму на автомате, короче, сохраниться. Сохраниться. Я упал с крыши, у меня все. Слышу. Я знаю, где ты. А я знаю примерно, где ты. Ебать! Да иди ты нахер! Боже мой! Кто здесь бог гранат? Не ты. Уже нет, видимо. Я здесь. Торчит ножка такая. Подожди секунду. Ножка. Подожди. Я готов. Фига, чё с микро? Ну, какие пироги? В смысле? Я надел противогаз. Найс. Я теперь херачу. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу сталкера, я должен быть сталкером. Но в нем очень тяжело дышать, и он очень давит на башку. Ну звук в нем вообще класс просто. Ты в этом послушаешь. Так, где Машка? Я на крыше тут стою вообще, на видном месте самом. Вижу, ты тихое шикое. Срёк, Павля, срёк! Ты думаешь, ты самый умный? Да это пинг, все, я больше не буду, не убивай. Да я тоже перезаряжаюсь. У меня хп очень мало, меня плюнуть и все. Есть дерьмо. Такое дело. Что это? Лыл! Я экзоскелет свободы подобрал. Да в смысле? Он реально тут просто валялся, лол. Где ты? По-моему, тебе по барабану, что ты... По-моему, я упал. Ты где опять? Скелет не спасает, да, нихрена? Я попадал? Ну ты один раз попал, оно, не знаю, будто отскочило. Мне кажется, ты меня вообще не дамажишь. Ну-ка, продамажь меня. Стой. Давай вот сначала в лапку. Это краш-тест экзоскелета... Это свобода? Да-да-да. Ну-ка, в лапку, в левую. Ой, блин, больно. Все, больше не бомбать меня! Я запомнил твое местоположение крайнее. А, вижу. Я волыну выбросил случайно. Че, на ножах? Ну-ка, на ножах. У меня хп не полное, правда, ну ладно. Встретились два сталкера. Ну его нахуй. Сюда иди. Нет, я
больше не буду. Прыгать-то я могу. Пиздец, за тот хуй попадешь по такой хуйне. Лагающий. Всё, где ты? На. Да ну нахуй. Я твой калаш подобрал. Граната! А слышишь, вот за скелетом, но так же нечестно. Ну давай, убей меня, ладно. Это реально нечестно. Давай, стой, давай. Не. Так, краш-тест. В правую руку, в левую ручку. Чуть-чуть донамажила. В правую ручку. Очень много. Аж кровь течение. Какой у нас... А у нас одинаковый счет. Потому что когда мы зашли, тут было 4-3, а теперь 7-6. Ну будем считать, то что 3-3. Ты 3 фрага. А, ну по фрагам можно смотреть, я туплю. Боже! Ну, шлюхина, Павлюхина. Че, как в противогазе игралось? Дед, я чуть не умер, блядь. Боже, больно как! В атаку! Я в атаку сказал! Как ты вообще по мне не попадаешь, я не знаю. Потому что ты дергаешься как... Ой, блин. Ой. Потому что ты дергаешься как кокулька. Юхере? Я в... Да, именно. Я в хере. Вижу. Да, блядь, ну я же раньше начал стрелять, ну раньше. Мы друг друга убили еще в голову. Все. Да я же... Да, да блядь, я опять говно. О, в смысле, я опять купил. Да где? Проститутка, да я по тебе пукаю, я не могу попасть. Есть. Я так и не понял, ты откуда? Нет. Я... Элемент неожиданности на моей стороне сейчас, офигеешь. Серьезно? Да, а ты где? А, значит, ты на крыше. Ах ты. Шляпка. Приманочка. Уй! Нет! Говно, я думал, дробовик меня выручит в упор. Я умер, я не могу бежать, не трогай меня. Каличи не трогают, все. Каличи не трогают. А ты аптечку юзай. Вот как... Она кафую, что, где, как? В инвентаре, в инвентаре. Блядь! Да, зачем я тебе поддаюсь, у меня такой вопрос. А, то есть ты поддаешься. Не, ну сейчас я тебя мог убить, я прям в упор стоял, но я ждал, пока ты аптечку завязаешь. А, кстати, она здесь очень быстро юзается. Да. Итак, на войну! Я вижу, сидит. Да в смысле, я же тебе гранатку пукнул. Не, ты криво как-то кинул. Я иду убивать тебя. Давай. Давай. Я иду умирать у тебя. Давай. А куда ты свалил? Я убежал. Я же не совсем дурной-то. Я хоть и дурной, но не совсем! Лидер берет хитростью, да? Да-да-да. Не, ну здесь, знаешь, это вот именно... Именно такие повадки армы, то есть если тебя заметили, надо позицию менять прям вообще конкретно. Понял. Я слышу бомжир Логина, да. Потемкина. Боже, 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 я больше не буду. Тихо, дыкайся. Счет 9-10 пока что в твою пользу. Вижу бомжа. Пукаю по лапкам. Кажется, пранк вышел из-под контроля, я реально проигрываю уже. Я не могу проиграть, лол. И где? Я тут. Боже. Че ты? Ты че? Кто-то посмотрит. Да это тут такая... Ой, жопошник, да ты охренел! Ты не можешь меня видеть, это бан. Это не бан. Счет 11-10. Чем ты гранаты кидаешь? Да... Откуда? У тебя почему-то нормально попадает. Я тебя замечаю первым, начинаю стрелять первым, а умираю тоже первым. Во всем первый, так сказать. 12-11. Ну, да, ну... Что-то двадцатки сыграем? Да можно. Да... О, да, последним почти патроном. Ты серьезно, лол? Вижу бомжатинку свежую. Да ты... Есть! Я не успел. Ну это ли не божественно? Я просто такой, знаешь, иду, оборачиваюсь, граната на полу лежит, все, смерть. А, я тебя вижу. Нет! Светится нашивочка. Включаю режим бога. Блядь, я включил режим уебана и кинул гранату вообще. Ну у меня по жизни такой режим включен. Все. О, я еще и на такой позиции классно появился. На! Ну вот, ну я же попал по тебе. Ты попал, да, попал. У меня 10% хп осталось. Полетел. О, успел, ну, успел. Я на пистолет переключился и заспринтил. Сейчас ты не заспринтишь, бомж. Нет! Да... Беги! Тут граната! Меня пиздануло. Я убийца, мне сказали. Блядь, я чуть не умер. Я думал, она тебя убьет. Тебе одно убийство осталось до победы. Все, вообще нельзя умирать. Иди ты к черту, не хочу проигрывать. О, экзоскелет, все.
пора читерить. Обманул. Боже! Как бог забайтил. Я знал, что ты прибежишь сюда. Я должен! Ты не должен! Да как? Ну, блядь! Да, блядь, один патрон для перезарядки, до перезарядки. Ну, ёбаный стыд. Сейчас умру! Аптечек нет! Аптечек нет! Ты умрёшь от крови. Нет, не умру, но у меня хп мало. Умрёшь от пули лайдера. Я буду биться до конца. Ты будешь долбиться до конца? Да. Это тоже. Все. Ты, конечно, прости меня. Сердечно, блядь. Ну все, ты выиграл. Ну, можно крайний раз, я видел тебя. Давай на ножах давай, крайний давай, раз, давай. Давай, бог ножа. Все. Ну ты мне по мне попал и кровотечение пустил. Ладно, короче. Артур, большое спасибо тебе, что поиграл со мной. Все. Все. В жопу все, короче.